раз таки сейчас я вам продемонстрирую флис Англия. Цена за килограмм 505 рублей. В упаковке 15 килограмм 0,8 грамм. Стоимость всей упаковки 7615 рублей. Количество единиц 34 штуки. Стоимость за одну единицу 224 рубля. Значит, первая розовая флисовая кофточка с двумя карманами. Размер не указан, но визуально это 44 размер. Дальше идет белая толстовка, молния на груди, размер 38. Синяя мужская толстовка, женская, она с розочкой. Или мужская с розочкой, размер F. Непонятно. Так, синяя флисовая толстовка на молнии, размер указан XL. Зеленая тоненькая толстовочка, размер L. Так, большая синяя, темно-синяя с карманами на молнии, размер M. Он такой плотненький флис. Так, розовая толстовочка, женская, идет с этикеткой, размер 44-46. Розовая толстовка, воротник сделан искусственным мехом, она вся сделана искусственным мехом, размер указан 40-42. Дальше толстая, так, черная флисовая кофта на молнии, ну, размер, скорее всего, 54-56, она прям большая. Красная флисовая кофточка, молния на груди, размер указан L. Зеленая флисовая толстовка на молнии, карманы на молнии, размер у нее указан XL. Так, дальше синяя толстовка тоже на молнии, размер указан L. Коричневая такая теплая, она идет двухслойная, внутри подкладка кожа на искусственный мех, размер у нее указан F. То есть она такая, знаете, больше не толстовка, все-таки как курточка. Сиреневый флис на молнии, размер маленький, может быть 42. Синяя кофта флис, размер S, она мужская. Так, толстовка, молния на груди, затягивается снизу на резиночку, размер европейский, 54L. Так, вот такая вот плюшевая флисовая кофта с карманом снизу с большим. Воротник затягивается на ленточке, размер у нее указан L. Слегка зеленоватого оттеночка толстовка с карманом на молнии, застежка молния на груди, размер у нее L. Розовая, размер написан 14. Так, здесь у нас размер указан L. Так, вот это тоже, знаете, слегка плюшевая кофта, она больше детская, указан размер 34-32 и ростовочка написано 6-8 лет. Так, коричневая мужская с молнией на груди, размер 16-18. Такая спортивный вариант, размер XS. Синяя большая женская толстовочка, размер L. Розовая флисовая кофта на молнии, размер L. Так, здесь с этикеточкой. Сейчас посмотрим, какой написан размер. Размер не указан ни здесь, ни здесь. Но с виду это размер S. Так, мужская флисовая кофта, размер S. Она такого спортивного типа сделана. Так, вот эта толстовка большая. Внутри подклад сделан, как будто похож на искусственный мех. На каракуле размер написан 10. То есть она тоже больше такая куртка-пальто, нежели толстовка.
бежевая, тоненькая толстовочка с молнией на груди, размер написан 12. Я их каждый в отдельности сгибаю для того, чтобы вы видели, в каком они состоянии и спереди, и сзади. То есть состояние вот именно у этого мешка хорошее. Так, здесь размер указан 42. Мужская черная толстовка. Размер L. Так, толстовка с молнией на груди, размер указан M. Тоненькая плисовая кофта, молния на груди, высокий воротничок, размер 16. И последняя серая кофточка, тоже молния на груди, размер не указан, но, скорее всего, SM. Сейчас мы будем продемонстрированы кофты плис Анны. Цена за килограмм 5 рублей, в упаковке 15 килограмм 0,8 грамм, стоимость ее упаковки 7615 рублей, количество единиц 34 штуки. Стоимость за одну единицу 224 рубля. Спасибо за внимание. До свидания.